Итак, Волга 3110, машина-зверь. Заводим. О, инжектор заработал, короче, бензонасосик заработал, да. Заводим. Короче, двигатель холодный, давление в норме целых 4 очка. Короче, сейчас поедем, начнем ураганить. Коробку в спорт-режим переведем, конечно же, да. Видите, хорошо ходит, переключается селектор нормально. Видите, вверх-вниз, нормально все. Короче, сейчас двигатель прогреемся. Короче, шайтан машина поедет, всех, короче, сделает. Вот увидите. Короче, что у нас есть базовая комплектация? У нас в базовой комплектации есть габариты, фары, короче, видите, работает. Туманочки, правда, ничего вроде не меняется, вроде бы. Хотя, сейчас, стоп. Сейчас вот этот габарит есть, одна туманочка работает, короче. Задний противотуманный фонари, правда, там вообще не разберешь ничего. Короче, есть бардачок работающий, вот он затребезжал, короче, вроде бы, да. Есть этот замок, который закрывает капот, есть аварийка, которая не мигает вроде. Ну, в общем, все по фэншую. Электростелкоподъемников нету, только за дополнительную плату. Короче, приборка подсвечивается максимально. Правда, это с фонариком не видно. Ну, в общем, сейчас поедем, проверим, протестируем машину. Короче, пора ехать, короче, фары включаем, ручничок снимаем, коробку в драйв переводим, поехали, короче. Все, коробку перевели, поехали, короче. Гидроусилитель руля, короче, интегральный, блядь. Все, едем, короче, не скучаем, блядь. Блядь, нихуя не видно, дворники включаем, блядь. Сука. Ничего не видно, блядь. Двигатель 2.2, 150 лошадиных сил, инжектор, короче, блядь. Вообще сказка, просто не машина. Пятиступенчатый автомат, блин. Не автомат. Ой, сейчас, блин, дорога, короче, говно. Короче, едем, все нормально, машина едет, чувствует дорогу, плывет просто, баржа плывет. В общем, просто всем советую. Мотор 2.2, я уже сказал, да. В общем, просто машина сказка. В общем, вообще кайф, короче, всем советую. Приемистость вообще просто, огонь просто. Нажал на тапочку, сразу отозвалась, короче. Ладно, всем спасибо, берегите своих близких, до свидания.